Финиш близко. Сегодня абитуриенты сдавали один из последних в этом году тестов по географии. 50 заданий, 1,5 часа на выполнение. В Гродненской области тест писали 122 человека. Это 2% от всех участников ЦТ в регионе. Испытание наименее популярное, но необходимое для поступления на многие специальности. За партами будущее географы, работники кадастровых и землеустроительных служб, экологи и специалисты в сфере туризма. За испытаниями наблюдают контролеры. Особое внимание гаджетам. На входе изымают все носители информации от мобильных телефонов, наушников до часов. Я считаю, что туризм – это как бы наше будущее, и было бы неплохо поступить на этот факультет. Какие-то задания сложные, какие-то нет. Вот что-то знаешь, а что-то нет. Иногда задания ставят в ступор, но потом проходит время и начинаешь в них разбираться. Трудно пока сказать про первый вообще этап вступительной кампании. Это централизованное тестирование, потому что все-таки еще один тест остался. Но на сегодняшний день прошло все без замечаний. То есть, ну, я считаю, что это результат планомерной работы, как и университетов, так и со стороны контролирующих органов. Поэтому в те предыдущие годы хоть один случай добыл, а в этом году у нас без всяких замечаний. В понедельник абитуриенты сдадут последний тест по всемирной истории, затем еще 5 дней резервные для тех, кто по уважительной причине не прошел испытания вместе со всеми. После 10 июля начнется выдача сертификатов.